Всем приветики. Чем тут Дима занимается? Ты что делаешь тут? Чё? Привет, скажи всем. Привет. Сампунь новый себе. Угу. А там чей шампунь стоит? Вот это твой сампунь. Угу. Ты вон как водичку наливаешь. Да, там... Сначала зимой тут делал, вода была. Угу. Ты будешь им голову мыть или че? Я буду ноги мыть этим сампунем. А вот это она тоже моет. Пузырится там. Ну ладно, там палец застрянет. И че будет с ним? Пузырится, потому что там мыло. Там уже ты сделала, да? Почти хочу это сюда налить. А в магазине как делают? В магазине как делают? Ну, так же почти, наверное. А где у них лак? Вода с мылом. А где у них лак? В магазине? Ну, это на заводе делают. Это не магазин. Магазин только привозит продукты, магазин продает. А делают на заводе, у них там вода, заливают водичку, большой казан, так. Делают, а потом разливают по бутылочкам. Что-то такое поварилось, Оля. Вот так начинается наше утро, да, Дим? Да. Дима делает шампунь, вдруг вот ему захотелось, до этого был тюбик у меня лежал, выкинуть собиралась. Он же шампунь сделал, и сейчас вдруг вот стал делать. Так, зачем ты вот этот хотел выкинуть? Бутылки вот эти, что ли, хотел выкинуть? Ну, они все уже закончились, а ты вот делаешь там. Ну, не жалко там мусор. Не, ну что ж, мы все бутылки будем коллекционировать теперь. Да. Ты можешь всю квартиру засрать. Ну, загадить. Бутылки будем сам по ней делать. Это что? Заканчивается. Вон те бутылки от сампуня. Куда это дело? Ну, я их закончила, выкинула. Ты вылил, что ли? На себя вылил, закончил. Там же не шампунь был. Там гель для душа был. Да? Ну и пусть. Ну,